Всем привет! Это выпуск «Универ Ньюс», в студии Анна Глазунова. Итак, сегодня вы увидите. Как подготовиться к трудовым будням после праздников? Решаем, что делать с елкой после Нового года. Ждать ли казанцам морозов в январе? Студенты Казанского федерального университета самыми разными способами стараются сохранить национальный язык. Об одном из них – запуске подкаста на татарском – расскажем в нашем сюжете. Студенты Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета запустили проект «Таткаст» – первый подкаст, выходящий на татарском языке. В самом жанре подкаст можно обсуждать различные темы, и это нам понравилось. Это новый жанр, который нам пришел из Запада, и в России оно уже давно реализовано, как уже 3-4 года, а в Татарстане еще до этого никто не брался. И вот мы решили сделать такой новый проект. Ведущие выпусков обсуждают все, что связано с Татарстаном и татарами. Наша уникальность как раз состоит в том, что ведущие будут меняться от выпуска к выпуску. Например, в следующем, во втором выпуске, который запланирован на 15 января, будут другие ведущие и другие девушки, мои одногруппницы, которые мы с ними вместе делаем этот проект. В первом выпуске обсудили темы нового наименования Казанского аэропорта, памятников Марджани и Ивану Грозному в Казани и Чебоксарах, деятельность татарских блогеров и современную татарскую музыку. Мы хотим привлекать новых экспертов, различных людей, которые разбираются в каких-то тех или иных сферах, но это только первый выпуск, поэтому пока еще мы не планируем такое, но в будущем возможно. Подкаст доступен в iTunes и на площадке Dragon News, портала Высшей школы журналистики КФУ. Следующий выпуск выйдет 15 января. Во втором выпуске мы будем обсуждать новый татарский детский телеканал, называется Шаян ТВ. Еще будем обсуждать запрет в интернете на пользование интернета. Это тот же пакет Ярово и многие запрет Телеграма и еще много чего. Артем Тупичкин, Александр Юдин, Универ Ньюс. Что происходит, когда шампанское выпито, мандарины съедены, а весь дождик разбросан по полу? В этот момент праздники заканчиваются. Ученые продолжают уверять, что при всей безусловной пользе каникул слишком много отдыхать скорее вредно, чем полезно. Наш корреспондент Диана Шилова решила выяснить, как же быстро войти в рабочий режим. Тема, которая сегодня близка абсолютно всем. После долгих праздников – первый рабочий день. Его наступление – кому-то в радость, кому-то в тягость. Но для всех неизменно одно – снова нужно входить в напряженный ритм. И тут статистика безжалостна. Многолетний опыт показывает, работоспособность в такие дни крайне низкая. Реальные убытки – вот с чем приходится сталкиваться предприятиям. Горячая пора и для психологов. Число пациентов, которые не знают, как вырваться из безмятежности праздничных дней, неуклонно растет. 80% россиян, речь идет о жителях больших городов, идут на работу после праздников не в самом лучшем настроении. Это можно заметить и по мемам, которые люди в соцсетях рассылают накануне друг другу. Вообще, у послепраздничной депрессии есть научное название – синдром рабочей дезадаптации. И длится она может от пары часов до нескольких недель. А как справляться с вялостью, утомленностью, раздражительностью и хандрой, которая вызвана неправильным режимом сна? Ведь все наши попытки лечь пораньше в рамках подготовки к первой в новом году рабочей неделе обречены на провал, и это не вызывает удивления. Необходимо хотя бы постепенно вернуться к прежнему режиму дня. То есть не сразу вот на такой период, на 3-4 часа сдвинуть режим, а постепенно, хотя бы на полчаса, на час, вот эти вот последние дни отдыха сдвигать свой режим. Ну а как привести себя в порядок, когда столько съедено и выпито, и хочется напоследок еще одну тарелочку оливье? Уменьшить вот эти вот салаты с майонезом, пироги, торты, и перейти на овощную больше диету, пить побольше воды для того, чтобы также пищевую нагрузку с организма снять. Убрать лишние килограммы после праздничного застолья помогут, конечно, физические нагрузки. Тем более давно доказано, и это один из способов поднять себе настроение. До или после работы надо обязательно стремиться в спортивный зал. А еще лучше на каток, ведь на свежем воздухе заниматься значительно полезнее и приятнее. Диана Шилова, Александр Юдин, Универ Ньюс. Многие семьи задаются вопросом, что же делать с елкой, главным атрибутом Нового года после праздников. Наша команда выяснила, какие существуют способы их грамотной утилизации.
Подробности в следующем сюжете. Много радости в новогоднюю ночь дарит украшенная елка, наполняющая дом тонким запахом хвои, который создает сказочную атмосферу праздника. Поэтому для тех, кто не любит искусственные деревья, поднимается вопрос, что же делать с традиционным атрибутом праздника после Нового года. Отнести дерево на помойку – не лучший вариант, ведь он усугубит экологические проблемы страны. Существует много вариантов утилизации елок, приносящих пользу и не наносящих вреда окружающей среде. Иглы хвойных используют и в качестве, как любой биоматериал, для мульчирования, для компостирования и так далее. Но нужно понимать, что использование это накладывает определенные рамки, поскольку оно закисляет почву. Значит, можно ее либо использовать на уже нейтральной или слабощелочной почве, когда нужно такое подкисление, либо нужно их использовать, добавлять те вещества, которые нейтрализуют кислоту. Это, например, древесная зола или доломитовая мука. Опытные садоводы знают, как еще можно использовать елку после праздников. Например, если на даче есть баня, то из веток делают веники. А тонкими веточками можно укрыть молодые культуры, чтобы защитить их от мороза. В больших городах есть специальные службы, собирающие деревья после праздников. В дальнейшем их не выбрасывают, а перерабатывают. Из них производят топливо, косметические средства и лекарственные препараты. Можно, например, сделать из них натуральные инсектициды и фунгициды. Это вещества, которые борются с насекомыми вредными или с грибами вредными. Это фунгициды, которые заражают растения на приусадебном участке и снижают урожай или декоративные свойства. Елку также можно сдать в зоопарк. Ее ветками лакомятся слоны, олени, антилопы и жирафы. Но и другим животным она может пригодиться. Из ее ветвей строят шалаши для обезьян и делают теплые подстилки для тигров и волков. Зимние хвои, ели и сосны богаты аскорбиновой кислотой, витаминами группы В, Е и железом. Потому также полезны хвойные ванны, которые снимают усталость и выводят токсины. Их назначают при кожных заболеваниях и заболеваниях органов дыхания. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универньюз. За прошедшие праздники казанцы прочувствовали на себе все изменения погоды. И теплые деньки были, и снегопады, и даже мороз. Какой же погоды ждать в январе? Стоит ли покупать теплые вещи, готовиться к заморозкам? Или же погода порадует жителей Казани? Обо всех подробностях в следующем сюжете. Погода в новогодние праздники менялась от теплой снежной до морозной. В ближайшие три дня, по прогнозам Гидрометцентра России, температура ожидается в пределах нормы и составит минус 10 градусов. Погода на этой неделе, по сути дела, у нас комфортная. Она определяется гребнем высокого давления. Вот. Начиная с 12 января, Казань будет находиться под воздействием юго-западного циклона. Именно вот этот циклон, он идет, придет к гребень разрушится, он придет, и мы будем находиться под влиянием таких юго-западного выноса. А южные выносы, они всегда теплые. Выходные стоит ждать потепления. Дневные температуры будут составлять минус 3, минус 6 градусов. Повысится также и ночная температура. Всю неделю погода будет определяться южными потоками. Хорошо то, что мы закрыты от Арктики. Сейчас, если мы будем смотреть карту более высоких уровней, то мы увидим, что действительно, арктический воздух к нам холодный не проходит. Из-за юго-западного циклона значение среднесуточной температуры превысит климатическую норму на 4-5 градусов. Вся Россия в тепле находится. Вот благодаря тому циклону с юго-запада, который нас заденет, он нас не установится, он просто нас заденет частью. Согласно Гидрометцентру России, теплая погода сохранится до 18 января. И все-таки нужно ли готовить теплые вещи и стоит ли ждать морозов в январе? Они могут возникнуть в январе месяце. Солнечная радиация слабая, ночи длинные. И как только приходит к нам антициклональное образование, антициклон, то область высокого давления, то сразу же температура, особенно в ночные часы, значительно понижается. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз. На этом у меня все. Смотрите нас в социальных сетях. Еще увидимся. Пока.